Аллея Гагарина – один из двух объектов, помимо сквера мастеров на набережной реки Увать, который вошел в приоритетную программу формирования комфортной городской среды. Деньги выделяет федерация. Это примерно 2 миллиона рублей. 200 тысяч из бюджета региона, 100 тысяч рублей из бюджета областного центра. Работают здесь с опережением графика. Планируют закончить на месяц раньше положенного. Проект предусматривает замену бетонных плит на асфальтовое покрытие тротуара. Средства заложены на озеленение. Сейчас сотрудники компании-подрядчика как раз и занимаются облагораживанием газонной части. Жители очень переживали за судьбу деревьев, звонили и жаловались. Если жители высказывали недовольство по сносу деревьев, вот, но так как они у нас были все практически в аварийном состоянии, и да, приходилось сноситься. Ну, ругались. 300 деревьев, саженцев и кустарников подрезали, 25 больных и представляющих потенциальную угрозу снесли. Выступали жители против установки здесь лавочек. По мнению местных, это может привести к тому, что на них будут собираться шумные компании. Малые архитектурные формы решили все же установить – 6 штук. А бороться со сборищами будут другим методом – осветив территорию. 500 метров проводов протянут уже на существующие опоры. Комиссия мэрии также дала подрядчику дополнительное задание. Сейчас уже принято решение об асфальтировании дополнительного участка, чтобы логически нам подойти хотя бы к существующим там, тропинкам, которые, ну, чтобы не обрывался тротуар. Вот. Поэтому дополнительная работа проводится. Здесь уже, в общем-то, работа проводится в рамках графика, который сам себе подрядчик, как говорится, предусмотрел. Это на его ответственности, мы это контролируем, то есть пока мы не видим как бы оснований переживать. Лавочки и урны установят, когда другие работы будут уже закончены. В будущем году, отмечают власти, есть планы продолжить здесь благоустройство, сделав ставку на развитие инфраструктуры. Правда, уже за счет местных депутатов. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.